хип-хоп-ритмы и брейк-данс-движения. В Ялте проходит международный фестиваль «Ялта Summer Jam 2014 Face to Face». Чтобы принять в нем участие, в южную столицу съехались сотни молодых и талантливых людей. Их цель – под палящим крымским солнцем побороться за звание лучшего хип-хоп-танцора. Об особенностях танцевальных батлов – Дмитрий Попов. Максим Свечкарев приехал из Томска. Он танцует силовой брейк-данс. Парень сожалеет, у них в городе подобных фестивалей не проводится. Так что Ялта Summer Jam – идеальное место, чтобы продемонстрировать талант и научиться новым движениям. Я как-то пришел на тренировку на карате и потом узнал, что есть брейк-данс. Решил попробовать, и мне понравилось. Это все. А по рамуф уже 3 года где-то долблю так. У нас в городе делать-то особо нечего. Как бы вот туса интересная. Если есть шанс, лучше поехать. Как бы и мы сейчас частенько ездим вот летом как бы на тусы все. В этом году фестиваль Face to Face несет в себе особенный посыл, идею и значение. В этот раз он посвящен понятию Unity – единению, дружбе, обмену опыта между странами и народами, между стилями и вкусами. Но, несмотря на новшества, Ялта Summer Jam сохранил свои традиции – захватывающие танцевальные батлы, победителем которых становится самый искусный и впечатляющий танцор и команда. Здесь будет на этом фестивале Face to Face в экзибишн батлах самая большая трудность – это будет именно выносливость, потому что экзибишн-батлы, экзибишн-поединки будут по 5 раундов. Фестиваль можно смело назвать международным. Как участники, так и судьи маэстро хип-хопа съехали сюда со всего мира. Судят состязания на Ялта Summer Jam компетентные судьи, танцоры с разных стран, с разных городов. Ну и с критерий, конечно же, гармония с музыкой, техника, то есть чистота и мастерство исполнения движений. Ну и самое, что у нас ценится больше всего вообще в хип-хоп-культуре, это оригинальный стиль, то есть свой собственный почерк. Основная цель Ялта Summer Jam – продемонстрировать широчайший диапазон брейкинга, ведь на фестивале представят 6 номинаций. Это разные стили брейкинга, то есть пауэрмув – это крутящиеся элементы силовые, которые физически сложные. Футворк – это основы брейкданса, это посадки корточек, работа ног, футворк. Топ-рок – это все, что танцуется наверху, не касаясь земли. То есть, и вот они разделяются, это совсем разные, то есть разные стили, разные направления брейкданса. Гости Face to Face не скрывают восторга. Для них подобные мероприятия не только место отдыха, но и школа для изучения новых стилей. Он дает большое развитие для молодежи, а также для опытных. Если ты проиграл, у тебя есть стимул двигаться дальше. Если ты победил, это уже что-то значит. У тебя также есть стимул двигаться дальше, ехать на другие мировые какие-то чемпионаты. Как минимум, любви к творчеству, любви к музыке и к здоровому образу жизни. Все желающие еще успеют стать частью фестиваля, ведь Ялта Summer Jam будет длиться 4 дня и закончится 20 июля. Дмитрий Попов, Андрей Трещук, время новостей, Ялта.